Привет. Хотели телефон 1008, и чтобы он держал 4 дня. И чтобы и две симки было, и GPS, и все остальное. Дуги нас продолжает радовать своими полуфабрикатами. И на этот раз этот телефон называется Дуги BL 7000. И с ним вот идет вот такая штука. Подарок от продавца. Ссылка, как обычно, будет в описании, чтобы вы могли... Некоторые спрашивают, нахрена ты распаковываешь и зачем нужны эти ссылки? Отвечаю, распаковываю я не для вас, а тупо для себя, чтобы если вдруг я сейчас разверну и там внутри будет кирпич, чтобы можно было предъявить продавцу. Не хотите, не смотрите. И ответ номер два, нахрена нужна ссылка, что многие из зрителей спрашивают конкретно, где я купил, потому что не хотят экспериментировать с разными продавцами, а хотят купить именно там, где вот приходит оно вот, вот в таком виде. Ну все, такое маленькое было отклонение от темы. Черная коробка, BL 7000, аппарат не новый, вышел он год назад. Обзорчики на него на ютубе есть, я не хочу сделать обзор, я хочу сделать именно обзор коробки и, скажем так, первое знакомство с телефоном, свое мнение хочу высказать на этот счет. Телефон достал в комплекте, нужно его проверить, этот комплект, опять же, силиконовый чехол, это good, зарядка, быстрая зарядка, Fast Charger 3.0, это прекрасно, потому что 7000 мА аккумулятор нужно заряжать. И, кстати, в нем реально 7000 мА. Пользователи FOPDA не раз это проверяли. Кабель microUSB на Type-C никак не перейдут. Ну и OTG. Через это OTG можно использовать этот телефон как Powerbank и заряжать другие устройства. Бокс в сторону, сам телефон. Неплохо. В отличие от некоторых других предыдущих серий Дуги, где там было явно выражено под такую крокодиловую кожу, вставочки металлические сбоку, какие-то заглушки, этот телефон выглядит реально похож на телефон. И нельзя сказать, что это там какой-то гениально цыганский дизайн. Телефон у нас 5,5 дюймов, экранчик Full HD. 8 ядер МТК 6750, простенький процессор такой слабенький с 1,5 ГГц. 4 гига оперативки зато и 64 гигабайта накопителя. То есть этот телефон можно нагружать всякими памятиемкими приложениями. Можно открыть дохрена вкладок во браузере, и все это будет работать. И работать это будет стабильно, без тормозов ощутимых. Прошивки на этот телефон, самая последняя, вышла в сентябре 2017 года. Увы, поддержка этого телефона, как я понимаю, сдулась. Экран неплох. Как вот эти две камеры работают? Что касается второй камеры, ребята, здесь установлен вместо второй камеры, я уверен на 99%, датчик света вместо матрицы. Короче, ребят, сдвоенная камера здесь придает эффект размытия. Соответствующий режим включается в камере, SLR он называется. И ну, типа того, ты тапаешь там, что нужно тебе оставить неразмытым, а остальное все размывается. Вот, например, вот, вот да, вот тапаем сюда, все остальное размытое. И вторая камера действительно задействована. Когда я ее закрываю пальцем, размытие все пропадает. Пальц убираю. То есть, ну, как бы да. Здесь две камеры, они действительно функционируют. Также селфи-камера на... Да, похуй. Также селфи-камера здесь тоже работает. Работает достаточно. Как она работает? Уебищно. Ебать, колотить. С автофокусом. Ну и также селфи-камера здесь с автофокусом. Нахуй я это все говорю? Кому это надо, блядь? Давайте посмотрим, что тут за дырочка есть, в которую можно что-нибудь ткнуть. Во. То есть мы видим комбинированный слот под две сим-карты, либо под одну сим-карту и карту памяти. Да-да-да. Ну, 64 встроенные, это с лихвой хватит.
для простого пользователя. Да, оперативки 4 гига, 64 гига накопитель, 8 ядер, GPS, 2 симки, 2 камеры, что еще надо, 7000 мА. Ну, ребята, ну это телефон такой прям рабочая лошадь. Сколько стоит на него запчасти? Давайте посмотрим, сколько на него стоит модуль поменять, если вдруг он кокнулся. Ребята, модуль дисплейный на него на AliExpress стоит 1500 рублей, и в мастерской вам за рубль поменяет, грубо говоря, практически в любой. Ну, то есть хочу вам сказать о том, что если вы кокнете этот телефон, его ремонт будет не очень уж и дорог. Обзор на этот телефон не будет, потому что тут по большому счету обозревать-то нечего. Все рядовое, все простое, ничего выдающегося нет. Но, тем не менее, какой-то ролик нужно было запилить на канал, и вот я его запилил. Поэтому, кому не понравилось, дизлайк и отписка. Кому понравилось, лайкайте, пишите восклицательные комментарии. Все, всем до встречи, пока. А, вы хотели еще фотки, наверное, посмотреть? Ну, короче, фотки, сейчас вот прям выключается этот видеоряд, и с него несколько фотографий, и как он снимает видео, будет в окончании этого ролика. Так сильно, в принципе.